Всем привет! Я в магазине Светофор. Смотрите, какие здесь есть огурчики. Маринованные. На вид очень аппетитные. ₽84. Тунец. Натуральный. Очень дешево. 240 грамм. 58,90. Ветчина к завтраку. 325 грамм. 61,90. Паштет нежный с печенью индейки. ₽21,90. А это говяжий паштет. Сайра тихоокеанская натуральная. ₽54. Иваси. Я уже забыла, какая такая иваси. Помните селедка иваси? Натуральная, с добавлением масла. ₽55,90. Горбуша натуральная. 56,90. Семечки жареные 500 грамм. 33,50. Рагу нежное из овощей. Пакет для запекания внутри. И рецепт. ₽24,50. Пельмени, смотрите, с курицей. Вот это да! Что только не придумают. С начинкой ₽33,90. Офигеть, пельмени с курицей, пельмени с сыром. Что еще есть? Больше ничего не нашла. С курицей и с сыром. Биг ланч, картофельное пюре с соусом и с кусочками куриного филе. ₽40,90. Рис круглозерный, шлифованный. Варится в пакетах. Смотрите, какой аппетитный. ₽29. Набор контейнеров пикник. Их здесь 5 штук. ₽111,90. Ковш с ручкой. Я так думаю, это в баню. ₽104,90. 2 литра. Доска разделочная, бамбуковая. 159,90. Набор разделочных досок. Одна маленькая, одна большая. 57,90. Подставка для обуви. Трехполочная, 45 сантиметров с сиденьем. Вот такая. ₽692,90. Колготки черные. Yes. 300 ден. ₽118,90. Полистан. Комплект полтораспальный. Пододеяльник. Простыня и наволочки две. ₽549,90. Европейский стиль. Как я кольцо доделываю, а молоко здесь не вижу. И двухспальный. Тапочки разных расцветок. Очень большой выбор. Мужские и женские 67,90. Сапоги женские, зимние. Аляска. Какой ужас. Туфли ясельные. Смотрите, какие.
кому надо в садик. Вот такие вот милипуськи. 199,90. И такие побольше. Тоже 199,90. А, здесь и маленькие тоже есть. Они тоже, вот, побольше. Комнатные тапочки подростковые. Вот эти вот по качеству как бы поинтереснее вроде бы. 81,90. Полусапожки детские. Они такие легкие. Не знаю, будут они теплыми или нет. 338,90. А, это черные полусапожки. 391 рубль. Джемпер детский. Смотрите, какой симпатичный. Рукавчик. Как сделан хорошо. Разные расцветки. Смотрите, какие хорошенькие. К сожалению, я не могу найти цену на них. Но я не думаю, что они будут стоить дорого. А такие тепленькие уже. Ну вот толстовка 175,90, а кофточки вот эти будут, наверное, еще дешевле. Джеггинсы спортивные. Смотрите, какие. На ощупь по качеству просто отличные. Вот такие джеггинсы. 91,90. Лосины, гамаши. Детские, теплые. 97,90. Носки мужские, зима. Но они тоненькие. 5 пар. 135,90. Носки подростковые. 2 пары. По качеству нормальные. На вид, по крайней мере. 101,90. Махровые полотенца. Тоненькое такое. 50/90. 99,90. А 70/130. 194,90. Вот такие большие. Игрушки. Боулинг. 169,90. 6 кеглей, 1 шар. Вот такая машина. С лодкой на прицепе. 173,90. Игрушка мягкая. Люксик. Не пойму даже, как повернуть ее вот так, да? С одним глазом. 202,50. Автомобиль радиоуправляемый. Синенький, красненький. 333,90. А вот какой. Они все разные. $154,90. Вот какая, вот какие машинки. Коллекционные. Скатерть. Одноразовая. С рисунком, гжельские мотивы. 49 рублей. Салфетки хозяйственные, разных цветов, как вафельное полотенце. 46,90. 40/70. Салфетки для пола из микрофибры. 50/60. 46,90. Средство против жира. Факел. 500 мл. 22,50. Чистящий порошок Пимаксоль. 14,90. Туалетный утенок. Активный для чистки унитазов, раковин и других поверхностей. 36,90. Гель для унитаза. Санитол. Новая формула. 33,50. Сорти. Лимон. 18,90. А это что? А это для стекол. Чистота и сияние.
31,90. Свитбокс. Оживи пушистиков. Две большие коллекционные игрушки. Пони. 148,10. А это что? А это супергерои. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.